стоянка машин. Сюда прибываешь на машине. Вот как выглядит Виктория Пойнт. Везде наши эти елки такие волосатые, странные. Елка не елка, ветла какая-то. Всем доброго времени суток. Я на берегу нашего залива, который называется Мотон-Бэй. Это остров, называется аборигенским названием Кучмадла Айленд. Кучмадла. Вот не знаю, что это обозначает. Что-то обозначает на аборигенском языке. И именно этот мыс называется Виктория Пойнт. Много машин. Сегодня суббота, вот почему. Люди приезжают, чтобы ехать рыбачить. Вот они тут держат лодки. Вот там вот на пристани, на причалах специально созданное такое место. И могут уплывать рыбачить отсюда. Детская площадка тут есть. Люди прям так серьезно на пикник приехали с детьми, с тележками, с какими-то вещами. Ну, суббота. Австралийцы очень любят активный отдых. Вон какие корабли привозят с собой. Вот они или привозят с собой, видите, все вот эти вот такие таскалки для лодок, которые сейчас плавают где-то. Ну, обычно рыбалка-то утром происходит рано. Специальная дорога для лодок, притащить ее, спустить на воду. Все написано. Потом рыбаки приплывают, грузятся и утаскивают свои лодки домой. Я видела, что люди разделанную уже в море рыбу даже режут на кусочки. Ой, это мангры. Вот как выглядит дикий такой кусок этого берега. Мангровые деревья. Вот они из немногих деревьев, которые способны расти в морской воде. Тут вот вода аж до сих пор доходит в полный прилив. Да, и вот что мне нравится, что австралийцы любят животных и диких, и, ну, естественно, домашних. И вот они режут рыбу, уже почищенную, где-то в море, на кусочки и кормят птиц. Просто бросают вот этим вот здешним ибисом, каким-то другим птицам, которые голодные. Да. Люди понимают, что природа уже не та,
не та, что была раньше, когда она была способна прокормить всех животных. Сейчас уже нет. Так, ну я пойду, наверное... А, это rescue. Rescue. Это не для рыбалки. Может быть и рыбачат с нее, с этой лодки, но это спасательная лодка. Я не прочла, что там написано. Ну вот сюда можно приехать, чтобы отправиться на пароме на этот остров Кучимадла. Остров, чтобы погулять. Красивые деревья, парк там вверху. Или чтобы порыбачить. Мне нравится тут гулять. Ага, приплыла лодка. Вот сейчас можно было бы поплыть туда, на этот остров. $5 стоит билет в одну сторону. И для ребенка, по-моему, $2. Там красиво. Песчаные пляжи. Люди живут обычно, как и везде. Обычные дома. Автобусная остановка. Автобусы ходят часто, можно приехать также. Ну и тут в конторке можно купить билет на перевозку транспорта. Тоже спускаются лодки на воду. Но я иду туда на песочек, чтобы погулять. Много сегодня людей, много машин. Суббота. Зима, август. Август у нас, между прочим, самый холодный месяц зимы. Как водичка чистенькая-чистенькая. Дно тут каменистое. Но все равно купаться можно. Если очень хочется. Обычно люди едут, конечно, на лучшие пляжи, на более официальные с золотым песочком. А тут, тут водоросли. Ой, будут шуметь мотоциклы. Всем Харли Дэвидсоны подавай теперь. Народ отучился ходить пешком. Всем нужен транспорт, причем не простой, а золотой. В прямом смысле слова. Ну, как красивенько. Такие домики люди заводят себе. Лодка-дом. Можно путешествовать на нем в такую тихую погоду по каким-то заливам. Можно даже жить в нем. Люди живут в таких домиках. И там довольно неплохо. Может быть. Я когда-то знала австралийку одну, которая жила на яхте. Такая маленькая, компактненькая яхта у нее была. Но я внутри не была, только издали ее видела. И вот она там жила, и путешествуя вокруг Австралии, она работала уборщицей в отелях. Она просто убирала отели. Этим она зарабатывала на жизнь, всегда находила себе работу. Просто колесила вокруг Австралии. У нее не было ни мужа, ни жениха, по крайней мере, когда я ее знала. Мы познакомились много лет тому назад. Я тоже работала в отеле, тоже убирала отель, и это была моя коллега. Да, где только не работала. Дело в том, что, чтобы подтвердить свое образование, здесь... В Австралии нужно долго и нудно учиться.
И мне не хотелось этого делать, потому что можно было зарабатывать на жизнь достаточно и работая на простых неквалифицированных работах, типа уборщика, а потом продавца. А зачем? Но многие, да, подтверждают наше образование, которое они получили в других странах, подтверждают свои дипломы и зарабатывают кучу денег. Вот такой вот двор. Ну тут вот я смотрю, хорошо так они уложили эти кирпичи, такие каменные, очень прочные от прибоя, потому что тут ведь бывают бури и высокий прилив, и я думаю, что вода аж туда будет захлёстывать. А вот тут все разрушено. Не все люди богатые, чтобы вот так вот взять и починить даже забор. Не все люди имеют такие возможности, такие деньги. Очень часто живут старики на дорогущих земельных участках, которые стоят миллионы, а живут на пенсию и довольны. У них просто нету лишних денег, чтобы что-то такое там особенно там починить. Как вот в этом случае, ну, стоит какой-то заборчик. Ну и хорошо. Ну, захлёстывают волны, ну и хорошо. Да, дни у нас всегда теплые, ну, почти всегда, даже и в августе, в холодном месяце. Ну, где-то 19-20 это всегда будет. А вот ночи, самые холодные, это августовские ночи. 8 и 9 этой зимой. Очень холодно. Да, ну ничего, вот днем-то тепло. Люди отогреваются в тепле. Вот такие вот полные железа, железную руду когда-то тут разрабатывали в нашем штате. Камушки такие красные. Они хорошие, между прочим, для орхидей, но тяжелые очень. Не люблю я поэтому камни. Вот. Вот такие всякие домики у нас. Ой, какие деревья. Грандиозные. Мир и спокойствие. Да, у нас наш штат объявили свободным от многих ограничений, потому что у нас уже 2 недели вообще нет даже случаев заболевания короной. Вообще нету, исчез. В нашем именно штате Квинсленд. А вот там, где Сидней, Нью-Саут-Уэльс, там, где Мелбурн, Виктория, там, да, свирепствует вирус. Но по сравнению с другими странами тоже не так уж все и ужасно. Там, ну, десятки случаев в день, десятки. Но не сотни, не тысячи умирают, как вот передавали сегодня в Соединенных Штатах, в России. Очень пошла такая серьезная волна. Вот, ну и наш премьер-министр объявил нам план, который составило правительство, чтобы вывести Австралию из этой эпидемии. То есть, какой план? 80%, когда вакцинируются людей в Австралии, то будет свобода от ограничений, ну, кроме как соблюдения правил гигиены, там, маски в общественных местах. Вот, и все, все бизнесы откроются, будет свобода передвижения по Австралии. Как он сказал, мы должны будем научиться с этим вирусом жить после того, как 80% будет вакцинации достигнуто. Но сейчас очень мало, 30-34, вот так по разным штатам разные цифры, 30, 32, 34, вот такие цифры.
Вот. И людей очень много вакцинируются, прямо очереди стоят. Уже разработали вакцину для детей. Теперь план до начала учебного года вакцинировать детей 12-15 лет. Вот. Ну что, в этом ничего нового нет. Детей всегда вакцинируют. По плану от рождения все детки вакцинируются во всех странах. Ни для кого это не сюрприз. Какое дерево красивое. Там детская площадка. Люди, конечно же, прогуливаются с собаками. Ну вот, Квинсленд даже придумал, наше именно местное правительство, придумали построить такие типа отелей, типа спецотелей, где будут проходить карантин вот эти 2 недели. Все приезжающие в наш штат из-за границы, с других штатов, то есть они все-таки решили перестраховаться. А почему? Ну, потому что все равно эти случаи будут всегда, всегда будет этот вирус существовать. Для тех, кто привился, конечно же, будет меньше риска на 90-70%, как эти прививки защищают, смотря от прививки, от вакцины зависит. Вот, и невакцинированные все равно будут заболевать, распространять этот вирус. И поэтому и детей решили вакцинировать, потому что все больше и больше случаев заболевания ковидом детей. Маленькие дети, они везде, не только у нас, но и во всем мире заболевают ковидом. Вот этой вот дельтой, которая оказалась вообще смертоносной во всех отношениях. В 1000 раз сильнее, чем тот вирус, который в Ухане появился. В 1000 раз он более заразный, этот дельта. Ну, такие дела. Так что у нас уже 2-й день свободы сегодня в Квинсленде. И маячит такая свобода для всей Австралии. Посчитали, что в октябре. В октябре мы дойдем до этой заветной цифры 80%. Посмотрим. Никто не знает, что будет дальше. Многие вирусологи вообще-то считают, что этого мало, 80%. И должны быть какие-то ограничения. Но если посмотреть на Англию, у них 80%. Они все открыли, маски сняли. И что? Страшная волна вот сейчас захлестывает Англию. Потому что невакцинированные болеют. И все равно распространяют этот вирус. И умирает каждый день чуть ли не сотни и сотни человек. Чистенькая водичка. А, и тут песок. Песок. Когда побольше воды, вот вода туда аж до травы должна доходить в прилив. И тогда можно поплавать здесь. А, это тоже общественное место. Можно посидеть на лавочке. Ой, какая красота, какая тень, какое дерево. Вот жалко, что камера, она такая маленькая, она вообще схватывает такой мизер по сравнению с глазами человеческими. Ой, красота. Красота. Ну, прохладненько, в тени где-то градусов 19-20. Хорошо. Вон у людей садик какой-то. Моттенбей фиг называется это дерево. Огромные знаменитые деревья, очень у нас популярные. Мой сосед, негодяй, там внизу его участка
прямо при дороге растут два вот таких роскошных дерева. Вот он, бейфиг. И он приказал своим садовникам, когда они там все у него выкорчевывали, их резать, эти деревья. Ну, не пилить, а они стали резать ветки. Я как увидела, сначала услышала, потом увидела. Выскочила, побежала к ним. И на повышенных тонах стала спрашивать, что они, зачем они режут эти деревья. Они, конечно, испугались, работники, потому что такой компании может штраф грозить за большие деревья. У нас тут это очень даже распространено. Нельзя природные деревья рубить, большие, ну, маленькие можно, вот так вот. И они сразу перестали резать, обрезали несколько веток нижних. Ну как вот из такого дерева можно сделать тополь? Зачем? Ну вообще, этот сосед мой нижний вообще небольшого ума человек. Небольшого. Явно это видно, к сожалению. Ну хоть на том остановились. Обрезали несколько нижних ветвей. И остановились. Он потом прибегал, спрашивал, что такое, что я хотела. Но я объяснила, что это не те деревья, которые нужно стричь. Посмотри, какие они большие. Большие, объемные. Ты не сделаешь из этого дерева эвкалипт. И шум от дороги весь приходит к нам, если все там состричь и выкорчевать. Он понял. Он теперь так это осторожно, издалека со мной здоровается. Ну, я нормально объяснила, я же не ругалась матом. Хотя хотелось. Люди, люди. Вообще. Скоро, правильно, про Добби меня спрашивают. Я говорю, никогда я его не выпущу, потому что ему лучше со мной. И вообще, сейчас уже такая идет ситуация на планете, что редким животным вообще можно выжить только с человеком. Только в неволе, в хороших зоопарках. А что делал Джеральд Даррелл? Чем он занимался? Не только ведь он писал книги. Он ловил диких, редких, экзотических животных, привозил их в Англию, лучшие зоопарки мира, чтобы сохранить их. И он правильно делал. Если посмотреть, так и пума Месси, и лиса Алиса, все живут в прекрасных условиях. Чего же им так не жить? Ой, ну вообще, на эту тему лучше не продолжать, потому что это больно. Потому что больно от того, что природа уже совсем не та, что была раньше, как я уже сказала. Все меньше и меньше места для дикого и успешного обитания природных животных. Вот в чем дело. Вот в чем проблема. Ой, какая водичка. Тихая, тихая. Чистенькая, чистенькая. А вон они, пеликаны. А я не пойму, они с другими птичками в компании плывут. Какие-то темненькие такие курочки водоплавающие и пеликаны. Вот они все вместе, дружной компанией, ловят рыбу, наверное, охотятся там. Редко можно встретить пеликанов у нас. Я думаю, им маловато тут рыбы. Вот такие вот у нас новости. Второй день свободы в нашем штате. Ну, какой свободы? Маски в помещениях остаются обязательными. Вот. Но, тем не менее, разрешили собираться, разрешили даже в пабах танцевать. Раньше было запрещено. Никаких танцев-шманцев, обжиманцев. Все на расстоянии. А теперь можно. Публика повалила на стадионы.
спортивные зрелища разрешили. Было ведь под запретом. Вот. Ну, рестораны, пабы. Рестораны были, конечно, позволены, но на улице сидеть и только снимать маску, если там пить есть, а так везде в масках ходить. И вот эти вот ограничения теперь сняты. Но тем не менее, вот я же говорю, что в автобус, в магазин зайти, маски надевать. Вот. И поговаривают о том, чтобы вакцинировать медработников, всех обязательно, то есть насильно типа. И педагогов, потому что они, конечно же, с детьми и, само собой, детей с 12 до 15 лет пока что. Взрослых. Вот такие дела. Наверное, это во многих странах такое. Такие планы практикуются. Ничего я такого особенного не рассказала. Но такой план вот у нас, у австралийцев. Ну и вакцинные паспорта тоже собираются ввести. И сейчас только по QR-кодам вход во многие, во все, в принципе, магазины. Чуже во многие-то. Это тоже ничего особенного во многих странах. Это уже или есть, или планируется. Так человечество собирается побеждать вирус. Вот даже и мусор не убрали. Ну, взяли бы это, прибирали хотя бы. А, вообще я понимаю, это мусор строительный, и он все-таки защищает от размывания почвы волнами. Понятно. А это пирс для пассажира. Вон приходит катер и перевозит людей на вот этот остров, самый близкий, Кучимадла Айленд. Он просто идет по такому кругу, там, где глубже, видимо. А этот паром перевозит транспорт. Люди ведь там живут и должны переезжать. Ну, для транспорта, конечно, дорого. Где-то для транспорта билет стоит, я уже не помню, по-моему, долларов 70-80 в одну сторону. Он какая русалочка, замануха такая для моряков. Ну, такая приодетая русалка, не совсем голая. Черепом. Пиратский дом. Мне такое нравится. Всем добра и света. Пока-пока.